Чужим бурум. Бурум, бурум, бурум. Линейч, привет. Так. Достижение, получено достижение. Зачем мне персонажам? Здесь мне сразу 320-й. Бляха, муха, тупые ослы. Зачем они мне дали 320-й? Silverlight mercenaries, listen up. Нахрена мне 320-й уровень? Блять. Я эту игру настраивал примерно месяц. Месяц. Нет, я на 320 уровне, я извиняюсь, я играть не собираюсь. Либо я по-нормальному разобьюсь. Нет, нафиг, короче, я сейчас по новой начну, народ. Но 320 левел, да пошли они все. Давай посмотрим этот сервер. Люди, Архимаг. Там подарки даются только на одном сервере, так что мне как лично по финту. Также увидим Луксатрион 2 назовем. А, давай здесь такую вот одежку. Не, мне такая не нравится. Мне вот такая понравилась. Тихо. Отмена. Ладно, пересоздам. Тут и, блин, имя дурацкое. Ну что я могу сказать, как выяснилось, во всех серверах, на всех серверах, простите, вы начинаете с 320 уровня. Я не знаю, что это за накурка такая, простите, пожалуйста, за выражение. Развитие, честно говоря, меня это отталкивает. Какое развитие может быть, когда тебе все уровни дают? Ну, пишут 550, здесь максимальный вроде как. Так, что это у нас? Поучительное покорение. Ну, посмотрим, поиграем так. Так, что у нас здесь в итоге есть? Во-первых, полноэкранный режим делаю. Так, у нас здесь... Ну, костюмчик нормальный, графика хорошая. Так, бегаешь ты, конечно, вот так вот, да? Любопытно. Здесь есть, скорее всего, автобой, она китайская. У меня уже 322 уровень, чё? Пор, ежедневная награда. Так, Котейкин, ты бы еще мне объяснил, что это все означает. Мне было бы получше. Это что у нас за табличка такая? Так, ПВЕ, подземелье. Окей, подземелье сбора. Окей. Обалденно, все понятно. Дайте мне хоть разобраться, где тут инвентарь. Так, письмецо читаем. Награда за месячный логин. Выбор рекомендованного сервера. Почтовый ящик учетной записи. Получить. Награда, которую получаете, с почтового ящика, учетной записи, нельзя получить другим. Да идите в лес, я не собираюсь. Я либо здесь застряну, либо вообще нигде не застряну. Вот все, мягко сказать, попроще. Мне главное посмотреть, народ, что за игра. И давайте я объясню. Я ни в одной игре не собираюсь тут упендриваться, становиться топом. Мне это не интересно. Это, в первую очередь, должно быть интересно вам. Я показываю, что за игра. Да, если вам интересно, тут новые сервера открываются, последите, изучите эту игру и станете топом. Я не против.
обновление до высшего ранга 160, у меня вообще ничего нет, и что это за высший ранг еще? Так, я вообще не понял, что он от меня хочет. Повысить уровень снаряжения до изового животного. Ой. Так. Обновление бесплатно 3-3. Задание. Я понял. Так, это что у нас такое? Сияет так, что ни хрена не видно. А, роскошные цели. Не хотите пройти обучение? Ну, давай пройдем. В магазине можно приобрести полезные припасы. А, тут то есть обычный магазин через меню. Ну нормально, я не против. Загрузится, судя по всему, тут вообще жопа какая-то, да? Так, это мы можем купить сундук повышения снаряжения высокого ранга. Блин. Я пока тут в трусах и фуфайки, прошу прощения. Повысить уровень полученного снаряжения, чтобы сделать его мощнее. Вы будете получать один бесплатный сундук с премиум снаряжением каждый день, поэтому не забывайте сюда заходить. Ладно, потом. Сундук призыва рядового животного бесплатно заберем. Сундук призыва забрали. Бесплатно заберем. Я даже прочитать это не могу. Фу ты, блин, ну нафиг. Язык сейчас сломаю себе. Итак, эту игру уже всему сломаю, прости. Пожалуйста. Вот это тут такое. Так. Очки дружбы, ура! Я вообще-то сюда хотел зайти, не против. Так, бесплатно. Так, лагать она уже вроде не должна. Мне подсказали, как настроить. Ну, во-первых, LD Plower, там надо в настройках запиндюрить, все на максимум было. В принципе, для каждого компа своего, просто у меня были траблы некоторые. Так, идет событие купонов. Что это такое? Ладно, будем делать вид, что я все понял. И ни хрена не понял. Так, а это что еще такое? Это, народ, короче, у нас объявление. Мы... Награда за просмотр рекламы отправленного почтового ящика. Фрагмент защиты маф. Ну ладно. В принципе-то... А, каждые 10 минут можно смотреть. Ну понятно. Так. Магазин коллекции события. Какая полезная вещь. Так, все, мы здесь посмотрели. Здесь еще что за хренотень? Блин, а тут ценники у них. Ну, хотя... ну, по стандартному ценники здесь удивляться нечему. Такие ценники практически везде. О! Наш портфель. Замучательно. Да, народ, у нас такой первый взгляд. Осмотр того, что мы здесь нахапали. Ни хрена, у него тут уже экипировочка. Так, и... Я там так много получил. Всяких кристаллов, хрен малов, и я в итоге тут... А, то есть это дополнительный, типа? Или у нас это как-то по-другому все играет роль? Может мне кто-нибудь объяснить? Какая мощь?
Вот он. Почему тогда у меня боевую мощь пишет 3000? Ах ты твою налево, это не 3000. Это я несколько цифр не увидел. 3 миллиона. Конечно, мне очень до сих пор обидно, что в этой игре я не могу нормально поразвиваться с первых уровней. Короче, понятно, ваш персонаж, это мое любимое, это такой веселенький сундучок, в котором можно хранить и пихать все, что хотите или не хотите. Ну, в принципе, меня нормально устраивает. Так, ежедневные задания. Ты меня будешь долго сиять. Подробности. Победить нескольких двух дуэлях подряд. Использовать 35 или больше зелий. Выйти в элитное подземелье первого уровня. Чё? Даже не знаю, что это такое. Это что такое? Ежедневный лимит. Купить и типа смотреть рекламу, получить предмет, случайно с алмазами, наград за рекламу. Рекомендую смотреть, проходить в безопасной зоне. Давай попробуем. Хрень, короче, в этих рекламах какую-то показывают. Я, честно говоря, удивился очень сильно. Но такого бреда я еще не видел. Что-то игры какие-то там, не знаю, такого года, что мамонты по земле бегали в это время, наверное. Это так образно говорю, конечно. Но, блин. Могли хоть нормальные игры давать на, так сказать, рекламу свою. Обычный магазин. О, подарочный сундук очков дружбы. Бесплатно. Пройти. Хорошо, проверю. Все, больше ничего халявы нет никакой? Это нечестно, я хочу больше халявы. Так, здесь у нас что вообще? Я уже забыл. Это что такое? Персонаж. Вездовое животное. Дайте мне дракона. Тут я видел на драконях. Люди колесили. Ой, ужас-то какой. Это что за хренотень? Это животное ездовое? По-моему, это... Конечно, извиняюсь. Может, я что-то путаю, но это можно назвать ездовым животным? Сесть верхом. Ну, я сел якобы, да? Хорошо, сели. Так, все за сундучок. Так, выставка ездовых животных. Награда. Ну, ладно. Так, награда. Забираем. Здесь можно рекламу посмотреть. Блин, эта игра написана рекламой просто. Так, экипировка, вспомогательные аксессуары. А, тут, надеюсь, инвентарь-то по весу никак не зашпиговывается. Это будет, мягко сказать, плохо. В принципе, судя по всему, нет. 34 из 200. Как можно увеличить за 16 на одну ячейку? Так, ладно, сейчас наберем сундук и будем открывать. Хороший игрок. Ну, народ, я объясняю, ну... Ой, магазин коллекции событий. Что там еще? Вроде я все уже взял, что только можно. А, нет, не все. Ай-яй-яй. Ну, ёлы-палы. Магазин новой версии игры. Кажется, либо мне интернет... А, нет. Просто выйти надо. Хорошо. Глянем на почту, получить. Так. Залазим опять сюда. С животными разобрались. Поехали на вызовы. Титул. Ваше достижение влияет на это прекрасно. Даете вызовы.
титул. Здесь вы можете посмотреть список всех имеющихся титулов. Характеристики, полученные за титул, повысятся только после того, как вы нажмете кнопку. Характеристики повышаются после получения титула. Используйте любой приемный титул, не беспокойтесь. Характеристики других титулов никуда не денутся. Ладно, получить титул. Не-не-не-не, по одному буду. Все, да? Мы все титулы получили, но можем выбирать здесь. Так, уравнение энергии защиты, точность, макс хп, реген хп. О, мне, пожалуйста, пока такой. Так как руки у меня с одного места, как правило, растут. По поводу некоторых вещей. Хорошо, вызовы. Коллекция снаряжения. Так, посох жизни. Ничего. Учисти. Эффект коллекции. Активировать эффект. Ну, давай сразу все активируем. Бэйм еще поднялся. Класс. Можно вот так вот нажимать. Да, достижение. Оу. Вот это давай получаю отдельное удовольствие. Я боец-то, знаете, я могу так сказать одно, только почувствую себя, не знаю, бараном или лохом. А получить все награды, если их все равно не получаю. Ну хоть денежку получаю. Мало. Ну, ё-моё, и все что? Ой, не то нажал, ну ладно. Так, хорошо. Вызовы. Задания. Что у нас там по заданиям? Ну, это как всегда, ежедневные задания. Хорошо, хорошо. Поделаем мы задание. Еще успеем. Народ, кому такое не нравится? Ну, первый взгляд, первый взгляд. Ой, господи, помилуй. Это настолько полный идиотин, что мне аж дурно. Так, события, награды. О. Рождаешь меня ничем. Хватит. А, нет, есть кое-что. Свинство, почему? Так, отлично, у нас, значит, есть события. Какие у нас события сегодня? Ежедневный набор. А что-нибудь за бесплатно-то есть? Не, мне, пожалуйста, на халяву. А, вот он, вижу. Сундук припасов. Ежедневный сундук припасов. Вау. Много времени было посмотреть. Так, подземелье. Разлом, алтарь безумия. 3 часа осталось. Обычный, кошмарный. Даже не знаю, что сказать. Поле боя. Поле боя. Уже плащ. О, будем бить минам. Уйди.
Так. Ага. А крылья-то себе можно? Ну, эффект, конечно, хороший, но, блин. Повышение уровня еще можно ему сделать. Плащ искателя. Нам нужна вот такая вот хренотень, да? А сколько у меня этой хренотени? Можно вопрос? События. Фестиваль. Чего? Так, поддержка раундов. Ну понятно, это примерно то, что самое я играю в Лига Ангела, что одна, что вторая, что третья, что. Погоди-ка, что третья, что последняя. Там примерно все одинаково. Там тоже такое безумие. Вызову предмет персонаж. Доминирование. А, двойной класс. Так, двойной класс, хотите пройти обучение? Нет. Мне архимаг, тогда закрыть. Какой-нибудь защитник нужен. Так, архимаг. Копейщик, путешественник, стрелец. Нет, архимаг мне тогда... Давай рыцарь Фениксу. Посмотрим, что нам дает двойной класс. Резкий удар. В принципе, будет неплохо. А, двойной класс. Я понял. То есть мы можем двумя классами меняться здесь. Одним, если не помогает, то вторым. О как. Слушай, неплохо. Где-то я уж такой какой-то в игре это видел. Я все заберу. Лучше собрать, я думаю, так. Потом еще нам сундучки надо будут пооткрывать. Да. Так, давай, короче, побегаем. Немножечко подзадолбало. О нет, я себе крылышки хочу. А, это просто. Основное задание доступно автовыполнение. Начать автовыполнение, да. Так, стоять. Я хочу на этом драконе побегать. А, это просто такое летное животное. Ну, блин. Меня сейчас обломали, хуже некуда. Честно должен признаться. Я-то думал, там мы сейчас возьмем на дракончики, побегаем, поползаем. А, посмотрите, площадка... А, это виверны еще плюс добавок. Ни хрена не дракон. А, ладно, у меня вопрос в другом. Вот если бы увидели, что к вам бегут на такой хренотень, какая у вас была бы реакция? Добро пожаловать. Я вас жду. Как странно, вы получили такие серьезные раны во время битвы с братством. Тьмы. Ага, Аймель все еще здесь, слава богам. Че тебе, Рассел? Че ты здесь делаешь, а? Ну че, еще скорочтением учиться заниматься, блин, с этой игрой? Ее автовыполнением, о, блин. Полное перерождение снаряжения, ступени 3, чтобы еще мощнее. И народ, если вам не нравится, или вот тут пишут, я смотрю, в комментах,
в этом в игре. Зашел в игру, включил автовыполнение задания. Ужас какой! Он сам все выполняет, сделал и вышел. Ну, если не нравится, пожалуйста, выполняйте сами. В принципе, здесь ничего такого, народ, нет. Ну, просто, ну вот честно, начиная с 320 уровня, мне как-то противно. Да, я согласен, тут игроки есть под миллиард уже практически боевого рейтинга. Мне плевать, я бы хотел начать с первого, чтобы понять эту игру. Не с какого-то бутна ты начинаешь с 320-го. Да. Это кряк древнего дракона. Это кряж. Что скажете? Вспоминать что не будете? Да уж. Ну, успокойся, Эльмей. Я продолжу рассказ, а то оно... В расстроенных чувствах. Мы, то есть наемники Серебряного Света, собрали все подсказки и поняли, где находится Белев и кто восстановил его силы. Ход дела, мы оказались в опасности, потому что на нас устроили засаду мертвецы из Братства Тьмы после... Так. У меня вопрос в другом. Вы в порядке? Вы, кажется, устали. Наверное, сейчас вспоминание дело непростое. Но вы отказываете... Отзывайтесь на наши рассказы, может, ваши воспоминания все-таки возвращаются. Да, короче, дайте мне посмотреть настройки. А где тут настройки? Не понял. Есть ли они здесь вообще? Слишком уж близко камера расположена. Сколько вообще времени я сейчас занимаюсь этой хренотенью, мне интересно. Сейчас, погоди, посмотрю как раз. Ну, наверное, минут 30 народ поснимали. Подумаю, конечно. Напишите, стоит ли пытаться сделать на нее обзор. Потому что это для меня, вот это начало с 320 уровня, у меня уже мозг от этого вытекает. Я, конечно, ну, сами знаете, люблю игры, где автоматическое есть прохождение. Это мне как для записи просто... Шикарно. В некоторых случаях я бы вообще-то его убрал. Использовать. Что мне там даст? Угу. Так, свиток модификации оружия, доспехов, аксессуаров. Неплохо. Использовать. Так. Свиток модификации оружия благородный. Так, зелье. О, так пригодится всегда. Камень повышения. Коснись. Коснулся. Красные алмазы, сундук с 2 миллионами аден. Ага, довольно любопытно. Так, сундук убрал комплекс вспомогательных аксессуаров. Вингатор, чё? Так, коэффициент выбора предметов игроком. Не знаю, я вот такой вот выберу. Жерелье Феникса, серьги Феникса. У меня жерелье Нонсена. Надо как-нибудь запомнить. Так. 10 миллионов аденов у меня есть. Хорошо. Каком? Душа, маленький ангел ранга L. Я маленького ангела выбрал. Нахрена мне королевский хаммер? Королевский хаммер. Вот, блин, не занялся больше. Так, сундук, защита.
Или никогда не будут лишними. Или хорошо подбрасывают, это гуд. Шлем величия. Хорошо. Угу. Темное пламя духа. Очки дружбы. Ну-ка. Странно как-то тут. И билет со временный разлом. Осталось 2 часа имперской не дать Финзи завладеть запретной силой. Ну, давай попробуем, сбегаем. Как думаешь? Кошмарный. Но еще бы они писали. А, так здесь смотри, какая разница-то любопытная. Давай в обычный сходим. Так. Рекомендуем. А, так они, смотри, они все подогнали. Под это, да? Любопытно. Ежедневный счетчик. Ход. Давай-ка попробуем. Так. Это подземелье для группы звук и более участвовать. Группа найти участников и использовать автоприсоединение. Автоприсоединение, короче. Сейчас посмотрим, сколько времени будет это наше автоприсоединение. Быстро или нет, потому что есть у меня подозрение, что в эту игру мало кто играет. Ладно, короче, поперлись. Ну, начинается. То есть сюда мы уже хрен зайдем. И вот с этой группой тут хорошо придумано было Black Desert. Там и Ивом ставился. Он 190-1890. Вот это вот нормально. Но мы давай зайдем тогда сюда на кошмарном. Ага. Лучше не стоит, да? Ух, ёлка. А здесь тогда сколько надо? На кошмарного-то. А вообще я могу сюда зайти один? Слушайте, идите в задницу с этим атрибутом. Я уже сталкивался с играми, где мне приходилось по полчаса ждать группу. Начинается. Ну ладно, давай подожду тут сколько-то минут. Ну что ж, будет, как сказать, такой первый и последний взгляд. Не знаю, может быть, я эту игру продолжу. Нигде никто ко мне не хочет присоединяться. Я в среднем тут минут 30 прождал. Не знаю, когда это начал, 20 может. Но мне это уже начинает надоедать. Ладно, народ. Ну... Мне не очень нравится игра, где тебе надо начинать с 320 уровня. Это бред. По-моему. И то полный лютый гольный бред. Как говорится, я буду искать дальше. Но, возможно, к этой игре вернусь и буду разбираться в ней по... Ну, не знаю, поподробнее. Всем удачи, всем пока.